Экопарк «Зюраткуль» – высокогорный курорт европейского уровня, находится на территории национального парка. Это лучшее место отдыха для тех, кто устал от городской суеты, но не готов ради единения с природой отказаться от комфорта. Комплекс отдыха – охраняемая территория с бесплатной автостоянкой. Деревянные коттеджи и отель рассчитаны на туристов с разными запросами и возможностями. Гостям экопарка предлагаются комфортабельные двухэтажные коттеджи с 4, 5 и 7 местными номерами, а также коттеджи VIP-класса. В каждом из них вы обнаружите множество приятных мелочей, позволяющих чувствовать себя в гостях как дома. Стоимость аренды одного коттеджа от 11 600 рублей в сутки. Также путешественники могут разместиться в гостинице эконом-класса. Стоимость двухместного номера от 2 800 рублей в сутки. А это ресторан экопарка. О мастерстве зюраткульских поваров ходят легенды. Только здесь вы сможете отведать знаменитые зюраткульские блюда из рыбы и птицы, а также настойки из таежных трав и ягод. Местный ресторан – это деловой и развлекательный центры экопарка. Здесь проводятся конференции, форумы, а также семейные и корпоративные праздники. Экопарк «Зюраткуль» предлагает путешественникам услуги спа-салона, банного комплекса, массажного кабинета, детского игрового клуба, интернет-зала. На территории парка находится футбольное поле, мини-зоопарк, питомник ездовых собак. Своим гостям туроператоры предлагают покорение горных вершин, пешие, конные и велосипедные прогулки, сплав по горным рекам, рыбалку, катание на собачьих упряжках, сафари на квадроциклах и снегоходах. Ресторан и форелевое хозяйство Владимира Кондратьева – места, которые не обойдет своим вниманием ни один посетитель национального парка. А вот в этом уютном ресторанчике каждый путешественник может побаловать себя изысканными блюдами из форели и карпа. Кстати, рыбу вы можете поймать сами, не выходя из ресторана –